На территории школы номер 12 в 8 микрорайоне кипят работы по благоустройству. В новом учебном году здесь появится театральная зона с амфитеатром, большая игровая площадка для малышей, автогородок для изучения правил дорожного движения. Будет и место для отдыха со скамейками и деревянным навесом. Заметно расширится спортивная зона. Всего благоустроит более 20 тысяч квадратных метров. Все работы проводятся по программе «Тобольск настоящий». На реализацию проекта из городского бюджета выделено 140 миллионов рублей. На сегодняшний день работы ведутся по строительству ограждений и установке покрытий, монтажу покрытий спортивных площадок. Срок у нас по исполнению муниципального контракта по 12-й школе 15 октября. Соответственно, в данном случае все работы будут выполнены. После завершения ремонтных работ на школьной территории появится мини-футбольная площадка с профессиональным газоном, который будет обрамлять беговая дорожка, современная универсальная площадка для баскетбола и волейбола, 4 корта для большого тенниса, 2 стола для настольного, прямая беговая дорожка на 100 метров и место для прыжков в длину, а также комплекс для сдачи норм ГТО. Помимо этого предусмотрена высадка деревьев, место для зимней горки и велопарковка. На сегодня подрядчикам уже выполнено более 60% работ. Уже готова ливневая канализация, в активной стадии укладка бордюров, брусчатки и других покрытий. Ремонт входной группы. А в первом корпусе школы номер 16 в 10 микрорайоне работы более масштабные. Здесь у нас предусмотрен полный комплекс мероприятий по зданию. Фасад, кровля, внутри общестроительные работы, все инженерные сети меняются. Соответственно, все эти работы должны быть завершены до 1 сентября 2023 года. В следующем году мы также заходим на эту школу в части уже благоустройства. Ремонт здесь проходит также в рамках программы «Тобольск настоящий». Бюджет 420 миллионов рублей. В этом году подрядчик по плану должен закончить работы по кровле, утеплению и покраске фасада, замене оконных блоков. На прилегающей территории появится современное спортивное ядро, разновозрастные комплексы для сдачи ГТО, детские игровые площадки для самых маленьких и зона отдыха. Строители отремонтируют сеть отопления, электроводоснабжения и водоотведения, цоколь и отмостку. Изменится и дизайн всех внутренних помещений. Школа станет более комфортной и современной. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.